Это лайф. Мы продолжаем. В эти минуты в Мюнхене представители полиции проводят брифинг. Заявляют, что большинство жертв – подростки младше 14 лет. Давайте послушаем, о чем там говорят. Ну, то есть основные заявления все-таки уже сделаны. Расскажу, о чем говорилось до этой секунды. Все местные туристов среди погибших нет. Обнаружили в рюкзаке стрелка пистолет ГЛОК и 300 патронов. Заявили, что у парня этого были проблемы с психикой, у мюнхенского стрелка. Он обращался по этому поводу уже к врачам. В последнее время он много читал книг о массовых убийствах. И одна из них называлась «Почему студенты убивают?». Не нашли предсмертную записку стрелка, лицензии на оружие у парня не было, также нет доказательств о принадлежности его к ИГИЛ. Это не был теракт, заявляет полиция Мюнхена, всего лишь вспышка ярости. Стрелок совершил самоубийство. Полиция его не убивала, потому что на этот счет были подозрения у местных жителей, например. Также известен этот мюнхенский стрелок полиции, потому что уже совершал ограбление. Возможно, это было в 2010 году с двумя другими подростками. Он совершил это ограбление, но пока это точно неизвестно. Полиция просит быть терпеливыми, потому что расследование все еще ведется.